МС слева, представься. СТ, Москва. МС справа. Оксимирон. Что ты теряешь, если проиграешь? Ну же, СТ. Скажи мне, чем сегодня ты рискуешь, друже, быстрее. А ничем. Он вышел против фаворита, и ворот вообще другой по габаритам. Он поет и говорит, ему достаточно разок прыгнуть выше головы, и сразу 100 очков вперед. У нас новый царь горы, а мне хоть раз просчитаться, не дожать, оступиться стоит, чтоб меня распяв бросили на плащаницу людям в радость, коль ты, как они, бессилен и слаб. Извините меня за пафос, тут все именно так. Ну знаешь что, СТ? Хуй тебе. О, такой! Я не хотел батлить, но надо ведь ставить на место тех, кто хотел бы на горло. Надо ведь твой трэш-ток в инста-позорный гулон. Халабич, я для тебя не Оксимирон, а Мирон Янович. И мне говорили, сам подумай, ну с кем ты в паре, подстраивайся, делай все несложно, понятно, но я ведь стараюсь переплюнуть не оппонента, а собственные достижения. Из прошлого батл смотрю на мировые лиги, мы отстаем, пытаюсь сделать так, чтобы в России был виден подъем. Это не я усложняю тексты, менты контужены, бич, не я быстро читаю, а ты медленно слушаешь, привыкайте. Хип-хоп не был культурой тупых, но потом такие, как он, и будто пнули под дых. Если бы все знали английский, на нем гуглить могли, то такие, как ты, вообще бы здесь не гнули понты. Для меня батлы жизни, для тебя это бизнес, ведь ты продаешь билеты на концерт из-за хайпа после батлов, и не делай вид, что нет. И коль я правильный пацан и широко известен, почему по городам я собираю человек 100, 200? И почему я в клубе не на сцене, а у бара? Глупо скрывать. О да, я тут и для пиара. Я продаю свой рэп. Но хрен кто скажет то, что я продажный. И тут, как ни крути, но мои строки в зале знает каждый. От рэп не штампуется, это искусство. А на краю, когда иду ко дну, то я не пью, я отмечаю. Но во мне зависть, злость, обида на себя, засранца. За столько данных мне, но нереализованных шансов. И слухи, сплетни, в основном все о моем лишь прошлом. Я стал дотошно правильным каким-то. Чересчур хорошим, а твой успех – ошибка. Но в первую очередь наша, что мы расслабились, когда надо было ебашить. Мой путь – разные лейблы. И я не знаю, это плохо или хорошо, но дела везде там стали худо, когда я ушел. Так произошло. Тут совпадение или божий дар. Те, кто заметил это, пишут: «Саня, пора на Black Star». И я сегодня здесь, друзья, должен быть честен с вами. Я подписался на Black Star. Но только в Инстаграме. Так что, когда мы все поржали, время стирать улыбку и исправлять допущенную ранее ошибку. Мирон на батле как рыба в воде, что кверху брюхом, но не утонула. Ты не перевернул игру, эта игра тебя перевернула. И если... Есть персонажи. Злой ботаник, то, что ты говорил. Добрый альфа-самец. И в этом плане этот батл уникальный замес. А есть реальность, где ты карлик, что на Альпы залез и очень хочет великаном быть. Ну, хочется быть. Но сначала припомним наш с тобой творческий путь. Это ответ твоему предыдущему куплету как раз. Саня вырос в центре Москвы с кучей парняк. Я с 9 лет кочевал по Европе, как ебучий сорняк. Жизнь учила, как учить дворняк. Я не знал языка, я всегда был чужим. Саня был из везучих орлят. Ведь он рос на Кутузе, как рыба в воде. Вышел ростом, все благоволят. Я тащил в одиночестве сраный портфель после школы 7 классов подряд. Но зато я усвоил урок. Полагаться всегда на себя. Никогда не пытаться понравиться тем, кто сперва презирали тебя. Не бежать за ебаной толпой. Не спешить становиться вторым, третьим, пятым, десятым. Что главное, свой. Не пытаться быть частью игры. Саня тоже усвоил урок, что его всегда будут любить. И не надо искать уникальных дорог. Нужно лишь по течению плыть.
Нужно просто со всеми дружить, делать все то, что желает народ. Рэп для души, трэп для машин. Завтра другое, сегодня одно. Я поднимался не просто с низов. Я начинал много ниже нуля. 2008. Помните мой трек среди MP3-шек гулял? 008. Помню памятную дату. Мы вас разносим, будто в цирке сахарную вату без меня. Русский рэп загнется, как усы Дали. Я женюсь на твоей маме, чтоб тебя усы набить. Вот это называется «Знаю тексты». Окей. Это первый трек. 8 лет назад такое было строго табу. Все носили трубы, все тру косили строго по дву. А я на тот момент 15 лет в России не жил. Вы скажите, был у меня шанс в русрэпе скинуть режим? Ну я же скинул. Скинул. А что скинул ты? Максимум вес, когда бежал, боясь, что примут менты. Ведь ты курил, читал, ну, с каждым именитым МС. То, что ты говорил, неважно, с Центром или Тимати, элита Руси. Первый тебя нашел Серег. Черный бумер. King Ring. Подписал тебя на лейбл. Думал, будет Dream Team. Но... Ты продолжай. Все хорошо, ты молодец. Первым тебя нашел Серега. Черный бумер. King Green. Подписал тебя на лейбл. Думал, будет Dream Team, но ты, срубив пиар, тут же свалил на Flatline. Это было так давно. Некому, ну, может подтвердить, знает. Соберись, все нормально. Перебежчик. Ты так хотел со всеми дружить и бросил конфликтный лейбл, чтоб мог со всеми дружить. Ведь если ты дружишь со всеми, ты не дружишь ни с кем. И ты не делаешь трэп, ты преследуешь тренды, цепляешься за мемы, хэштеги и бренды. Мэн, ты всегда портишь рэпом биты. В Москве давно есть картавый талант, и это не ты. Я сам охуел. Окей. Ты целый раунд посвятил тому, что я картавый, но отдал за долги Хавану и одержал победу комик справа. Комик, Карл. Я наблюдал и думал, вот урод. И шутки разом вычеркнул те, что про Горгород. Вы вообще понимаете, мир тронулся и сбой. Сегодня батлить тут со мной мог бы любой изгой. Неважно, пишет тексты сам он или есть сонграйтер. Любой, будь он по жизни своей, хоть последний аутсайдер. Я хочу поговорить, обратиться к твоим фанам. Поговорить как Сара с Мойшей. Если между ним и Хаваном разницы нет, то зачем таки платить больше? Тем более к своим фанатам ты ведешь себя по-хамски. Стойте! Стойте! Стой! А что, если не Юре пишешь ты, а тебе, Хованский? Так это сразу объясняет, почему он в судьях. Он темная лошадка тут, тайное орудие, версуса серый кардинал Запивчик тут и Хавчик. Что ж, если это так, то я тебя хвалю, красавчик! Твой батл с Джонни Боем. Тут не надо иметь 7 пядей во лбу. Сколько там просмотров, кто им знает? 21 лям! Да Джонни сделал из тебя звезду. Благодаря ему ты стал такой известный батлер в тусе. Так что считай, что Джонни Бой отныне твой продюсер. Хоть Окси Пуси мастер внутри батловых дискуссий, но все в курсе, сколько раз не батла Окси Пуси трусил. И при этом сучка умудрялась оставаться в плюсе. Думал, ты на кухне Кайза? Максимум в занусе. Дело в том, что, ну, мой отец ушел из семьи, и как бы я ни кичился, но остался осадок. Он сейчас счастлив с новой женой, двумя детьми, и я рад, что у него порядок. Но я похож на отца, и от этого страшно порой. Ведь я недавно обзавелся собственной семьей. И если раньше все панчи эти летели мимо, сейчас есть пята Ахиллесова, я стал уязвимым. Пули непробиваемый. До года два в шкафу пылится мой бронежилет. Я по утрам встаю и делаю кофе жене. И уже нет в живых многих товарищей.
они ушли рано. Кто-то в отбойник, кто-то в бойник, кто-то от баяна. А я все вечно молодой и пьяный, с растущими к макушке залысинами. Должен стоять и тут с тобой щеголь мериться писями, пока вы дисели рэп русский там по заграницам. Все от милиции до случайных гостей столицы. Скинхедов, панков, металлистов, байкеров и рокеров готовы были навалять тут за штаны широкие. Пока в Германии ты в спальне нюхал попу пса. Вся твоя жизнь была черкаш. Коричневая полоса. Твоя история не более чем оплеуха. Но на батл вызвать шока тебе не хватило духа. Ты трус, в тебе нет батла. Ты холостой патрон. Я же из раза в раз, как и сейчас, тут ставлю все на кон. У меня в детстве были мышки. Ну такие, знаете, жили. Девочка и мальчик. Они настругали потомство. Но капец начался дальше. Вначале самка извела самца, а тот был тот еще крепыш, а после сожрала детей. Так вот, Мирон, ты мышь. Ты сышь на пасть и разуваешь пасть только в защите. И это ваш земель, петербуржцы? Да он же полупитер. Твои сомнительные регалии, все и трофеи, на словах ты Лев Толстой, а на деле похудее. И теперь позвольте спросить, какой может быть внутренний конфликт у этого человека? Подобрать ли ему сегодня кроссы под цвет снэпбэка? Что? Это подстава. С тебя простава. Того, что не попадаешь ты, а октава. Тебя убирает парень, но он картавый. И ему, они тебе люди кричат, браво, ма, ваш, гирис, нос, башки. И ты читаешь такую букву, что шташни, ты стеф, институт, институт, пас, носу, башни. Это башня, баш, йоу, курса ваш. Ты поведу мне сегодня сам, тут отдашь, инструктаж, как крут, Саш, тебе друг тут мой покажет. Аварийный выход нахуй находится в хвостовой части бара. При разгерметизации салона вначале обеспечь маской своего бэк-эмси. И напоследок, скажи, где бы ты был, если бы не Шок? Где бы ты был, если бы не Жиган? Рифмуйся у тебя, нет? В душе ты тот же папенькин щенок, а из щенка не вырастет пацан. Где бы ты был, если бы не поливал ты грязью Крипла, Дуню, Джонни Боя? Если ты рэп, рэп это кал. Ведь в тебе есть гей только от героя. Весь ваш оксимирон хваленый. Без палочки ноль. Кому вы сдали трон, смотрите, он голый король. Пошел отсюда вон. Захлопни рот и за собой эту дверцу. Я андеграунд. Я мейнстрим. Я и есть Версус. Ты плохой самбист. Неас опускался до мата. Твой рэп без яиц. Так, стишки Костата. Твой рэп без яиц. В игре ты не имеешь веса. Твой рэп без яиц. Ты не поэт, ты поэтесса. Что? Ты от хип-хопа взял обертку, то есть шмотки, манеры, мимику, жесты, но суть так и осталась никчемной. Ты выглядишь как черный, но читаешь как белый. Я выгляжу как белый, но чуть-чуть читаю как черный. Решил, что придешь сюда улыбчивым физруком, и я сходу тебе отдам, и я сходу тебе отдам, что годами строил трудом, то ради чего не спал, прошел ебаный дурдом, просто так возьму и отдам. Братан, ты самовлюблен. Нахуй мне быть в основе Версуса, если там лишь Хаван и он? Ты сочетание всего, за что мне стыдно в рэпе. От гардероба говнаря до лексикона Дауна. Твои кошмарные попытки делать песни мемами. Твои заш... А, это уже тема второго раунда. Версус. Ты папенькин щенок, не в смысле, что ты сучка, папика, а в смысле, что ты ждал дома родителя, как хатика. Ты хотел братика, но братик тебя не хотел. Ты был такой дебил, что выходил к доске и ел мел. Ведь поняли па и ма, что если ты будешь расти, тут выживешь из ума. Ведь был настолько птица голод другого помета, что на вопрос, брачо,
Есть почитать что. Принес бы томик Гёте. И во дворах, не дай бог, что засунули случиться. Подальше от греха тебя увезли за границу. И в тот же миг ты стал опасным, его осенило. Время пришло дать миру знать, как у тебя бомбило. Ведь мир стал толерантным, вырубив джунгли на районах. Спокойно светят по ночам люди шестым айфоном. По жизни можешь быть ты дном, а в студии на высоте. Да и не будем забывать о том, что гангстеры уже не те. Все наши комплексы и проблемы, все идет из детства. И так как в школе Мирон Янович не сёк движуху, на показуху мальчик начал врубать нехочуху. И я переиначу тут сейчас для вас одну пословицу. Я выиграл два батла, но Бог любит троицу. Но вы вполне... Видите, со мной друг. Я независим и любим за красоту и дерзость. Я андеграунд, я мейнстрим, я Кутуза versus. Мирон большой стал. Дома все перевернул игрушки. Такой большой, что папа разрешил набить татушки. Скажи, зачем орешь ты тут вечно громче, чем толпа? Ведь все, что слышно, лишь...